Всем привет! Сейчас я расскажу, какие есть курсы во ФЛЕС, как они устроены и кому могут быть полезны. Все курсы нацелены на подготовку к отбору в управленческий консалтинг. Такие компании, как McKinsey, BCG, Bain, Partners in Performance, IBM iX и другие. Курсы представляют собой единую программу подготовки от простого к сложному, от потенциального кандидата до обладателя оффера. Порядка 85% наших студентов — это люди с опытом работы от 3 лет и более. Остальные 15% — студенты и свежие выпускники. Курсы в первую очередь для людей с крайне ограниченным временем. Однако они подойдут как экономистам и инженерам, так и людям без специальной подготовки в экономике и математике. Программа подготовки содержит 6 этапов. Первый — вводный email-курс «10 шагов к консалтингу». Второй — математика и подготовка к тестам «Consulting Test Sequence». Третий — интерактивные кейсы Case Copilot. Четвертый — структурирование бизнес-кейсов. Пятый — бизнес-мышление для кейс-интервью. И шестой — индивидуальное менторство. «10 шагов к консалтингу» — это бесплатный курс, состоящий из 10 ежедневных имейлов. Курс идеально подходит для тех, кто только раздумывает о консалтинге или только-только начал подготовку. Он объясняет, какие навыки необходимы в консалтинге, как их развить, в чем состоит отбор, дает материалы для самостоятельной подготовки, а также рассказывает истории реальных консультантов без купюр. На 10 шагах вы спланируете свою подготовку и получите мотивационный пинок. Или решите, что оно вам не надо. Следующий на очереди — развитие математических навыков, умение работать с информацией и подготовка к всевозможным тестам. Курс Consulting Test Sequence состоит из 3 больших частей — математика, вербалка и непосредственно тесты, сочетающие в себе и математику, и вербалку. По каждой части вы смотрите видео и читаете теорию, решаете и сдаете практические задачи. Ваш прогресс постоянно отслеживается и дается детальный фидбэк. Кроме того, есть чат с преподавателями, где вы можете задать любые вопросы по ходу курса. Курс требует знания английского языка на уровне B2 и подходит как людям с математической подготовкой, так и абсолютным гуманитариям. Последние, правда, могут потратить на него несколько месяцев, так как задач много, порядка 2000, тогда как первые пропустят базовые вещи и справятся за месяц. Зато одновременно вы подготовитесь и ко всем видам консалтинговых тестов, включая McKinsey Digital Assessment, и к GMAT и GRE, и к предстоящим аналитическим вопросам на кейс-интервью. И с полной уверенностью в себе перейдете к следующему этапу — к кейсам. Case Copilot — это интерактивная тренировочная программа, проводящая вас через сотни практических упражнений и дающая фидбэк в реальном времени. Упражнения оттачивают все навыки кейс-интервью — от создания нешаблонных структур до правильного представления рекомендаций интервьюеру. Подобно штурману, Case Copilot проведет вас по тщательно подобранной и структурированной программе, позволяющей подготовиться с нуля до сильного выступления на собеседовании всего лишь за 1-2 недели. Также Case Copilot поможет найти сильных партнеров для качественной подготовки вживую. Case Copilot отлично подойдет тем, кому надо подготовиться к интервью очень быстро, буквально за неделю плотной работы, а также даст крепкий фундамент для более серьезной подготовки. Не торопитесь бросаться решать кейсы с напарниками в кейс-клубах. Неправильная практика может навредить. Practice does not make perfect, it makes permanent. Спросите об этом кандидатов, решивших более 100 кейсов и не прошедших ни в одну консалтинговую компанию. Это и понятно. Иначе бы в консалтинге работали люди, склонные не к решению сложных задач, как сейчас, а к монотонно повторяющимся заданиям, и вы бы вряд ли захотели в него идти. Поэтому следующий этап
это работа с живым ментором в группе. Да еще с каким ментором? Анна Саакян, пожалуй, самый успешный кейс-коуч в России, подготовивший чуть ли не половину московских офисов McKinsey, BCG и Bain. Во всяком случае, такое впечатление складывается, когда туда с ней приходишь. Так вот, на курсе по структурированию вы научитесь создавать структуры для разных индустрий, разрабатывать специфические структуры, не похожие на стандартные фреймворки, представлять свое решение интервьюеру и давать качественный фидбэк напарникам. Кроме того, к каждому занятию вы будете выполнять кейсы с напарником и получите индивидуальный фидбэк от Анны Саакян. Таким образом, вы научитесь решать кейсы с людьми, отличать качественный фидбэк от посредственного, а иногда даже вредного, и сможете смело выходить на практику с людьми в кейс-клубах. Бизнес-мышление — это уже продвинутая подготовка к кейсам. Здесь будет детальный разбор 8 индустрий, подготовленный консультантами и менеджерами большой тройки. Это поможет вам показать понимание бизнеса на интервью. Будет кейс по каждой индустрии. Решение вы записываете на видео и получаете подробнейший индивидуальный фидбэк по 27 различным параметрам. Курс, конечно, не для новичков и не для торопык. Приготовьтесь потратить как минимум 4 недели, а желательно 8 недель на этот курс. При условии, что у вас уже есть приличный опыт решения кейсов. Но зато после этого курса вы уже сможете смело идти на любой кейс-интервью в консалтинге. Индивидуальное менторство пригодится на последних шагах подготовки, когда нужно отполировать до блеска фит-часть, мотивационную историю или проработать слабые стороны в кейсах с опытным и внимательным коучем. От 3-4 менторских сессий бывает колоссальная польза для подготовленного кандидата. Как правило, мы рекомендуем заложить на работу с ментором 2 недели перед интервью. Еще нам часто пишут люди, которые не знают, куда им двигаться, нужен ли им консалтинг и каковы их шансы. Для них индивидуальное менторство также станет отличным решением. Как вы видите, подготовка к отбору в управленческий консалтинг – это дело долгое. Большинство наших выпускников, получивших офферы, готовились несколько месяцев, а некоторые даже пару лет. Поэтому планируйте достаточно времени заранее. Или сразу решите, что консалтинг вам не нужен. Это тоже может быть отличное решение. Определиться вам поможет наш бесплатный email-курс. На него я и приглашаю вас записаться прямо сейчас. А если будут вопросы, мы с радостью на них ответим. Спасибо и до скорого!